Тринити Парк – своеобразное арт-пространство, связанное с целью собрать в одном месте множество творческих людей различных профессий, помочь им реализовать свои креативные идеи и просто хорошо провести свободное время. Проект приурочен к 90-летию Московской области и только начинает развиваться на территории нашего городского округа. Выставки, концерты, лекции, мастер-классы, фестивали и многое другое теперь будет проходить в парке. В наших планах создать сеть таких тринити-парков, тринити-центров, которые бы были такой базой для оживления городов. И мы в качестве пилотного проекта выбрали Щелковскую площадку, которая уже прошла такой достаточно длинный путь. То есть из руин этот объект уже превратился, наполовину в то, как мы хотим его увидеть. Проект интересный, он проект не одного дня, поэтому мы с нетерпением ждем его развития, продолжения. Администрация, естественно, большое внимание этому проекту оказывает. Партнерами конкурса «Я рисую Подмосковье» стали Щелковская художественная галерея и Союз художников Подмосковья. Большая надежда, что здесь появится очень много таких неформальных историй. Вот для айтишников, для музыкантов, для художников, для людей, которые где-то не вписываются в форматы традиционные. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».